Всем привет, друзья, канал Мусолим. В работе у нас Шкода Октавия. Надиль приехал к нам сделать шум-галет салона. Забрали краткий обзор. Пол. Багажник. Смотрим несколько кусков и пропласт. Проблемы задней арки. Автомобили у нас одни из самых шумных мест. Пол в салоне. Смотрим дальше, по идее, обработан. Крыша голый металл. По дверям. Звенят голый металл. Владельцы не устраивают данную шумоизоляцию. Готовим поверхности, приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Шкоде Октавия. Проклеили пол багажника, проклеили заднее крылья. Тщательно прокатываем валиком, также проклеим пол в салоне. Обработана крыша. Прям нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Теперь наносить второй слой. Мембранная шумоизоляция 6 мм. Продолжаем наши работы. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Шкоде Октавия. Проклеена мембранная шумоизоляция по салоне. Уплотнительно нанесли на крышу. Также мембраной обработали пол багажники, задние арки крылья. По дверям нанесли второй, третий слой вибропласт, толщина его 2 мм, и четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!